Для любителей морепродуктов предлагаю вкусный и простой салат. Благодаря наличию в нем красной икры, салат получил название «Царская радость». Попробуйте. Салат «Царская радость» можно подать на любой праздничный стол. Он вкусный и сытный. Готовится элементарно просто и быстро. Украсьте салат по вкусу, и ваши гости оценят блюдо по достоинству. Подготовьте необходимые ингредиенты. В кастрюле доведите воду до кипения и выложите очищенный кальмар. Варите 3 минуты и извлеките. После охладите. Нарежьте кальмар соломкой. Выложите в миску. Добавьте крабовые палочки, нарезанные соломкой.